И последняя труппа Сахатеатра дала первый спектакль на сцене Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Гамала в Казани. Столицу Татарстана и якутские актеры посетили в рамках своего евразийского тура. О закулисной жизни и о том, как прошло первое выступление якутян, расскажет Айсена Бурнашова. Честь стать первым гастрольным спектаклем, выступившим в столице Татарстана, выпала постановке «Желанный голубой берег мой». Этот спектакль – настоящая легенда Сахатеатра и уже не первый раз приезжает в Казань. За час до спектакля в фойе Татарского театра имени Камала уже собираются зрители. Специально для них Сахатеатр привез выставку. Здесь можно увидеть фотокарточки, где запечатлены разные поколения артистов Якутии. И здесь же, с высоты прожитых лет, на зрителя смотрят главные символы Сахатеатра – бубен и маска. А за кулисами в это время идут последние подготовки к спектаклю. Проверка работы декораций, в том числе и самой лодки, и прочности ее канатов. Ведь во время спектакля она будет подниматься ввысь на целых 2 метра. Динамика действий, чистые эмоции и неотразимость театральной труппы. Именно с этими чувствами после первого акта зрители выходили на антракт. Я в задумьях. Философия очень большая. Игра актеров великолепна. Спектакль «Желанный голубой берег мой» 34 года, но его идея актуальна до сих пор. Очередной город, новая сцена, но зритель все так же стоя и с аплодисментами провожает со сцены якутских театралов. Я считаю, очень интересный своей постановкой и как режиссер, как художник показал море. Сами актеры очень здорово сыграли, мне очень понравилось. Я бы с удовольствием посмотрела еще раз. Вроде бы не наше время показывают, а время какое-то другое показывают. Но касаемо нашей жизни, наших детей, наших родителей, все точно передано. И ну, мы вот сейчас видно, что мы плакали, и в общем-то этого не стесняемся, нам очень понравилось. Частичка Чингиза Айтматова, спасибо большое, что привезли его сюда. И я думаю, что каждый зритель, который вышел из этого, он вынесет и захочет прочитать все-таки еще раз, да, и прикоснуться к творчеству. После спектаклей всегда проводится демонтаж сцены и подготовка к следующему выступлению. В течение 2 дней Сахатеатр представит татарскому зрителю спектакли «Дом Бернарды Альбы» и «Сон шамана». Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Казань, Татарстан.